Сегодня пришло время рассказать вам о таком городке, как Луангпхрабанг. На сегодня это полностью туристический город, и он ориентирован только на туриста, и цены здесь соответственны. Кстати, если у вас праздник, без трота вы точно не останетесь. А вот так вот здесь чинят дороги. Лаосские дорожники и наши. Дружба навеки. Продаю здесь также везде и все, что только возможно. Также великое множество в городе и разных кафешек. А вот это местная школа. Посмотрел я, как здесь делать зарядку. И вспомнил Советский Союз, когда я школьником также занимался на таких вот уроках. Очень популярно преподносить Будде вот такие вот цветы. А это вот такси. Таких их здесь проезжает великое множество. Одни ориентированы на то, чтобы ездить по городу, другие на то, чтобы вести вас к разным достопримечательностям. А вот это так называемый утренний базар. На таких вот базарах можно купить почти все, и причем намного дешевле, так как продают с утра люди, которые приезжают с окружных деревень и городков. А вот это одна из главных достопримечательностей Луангпхрабанга, набережная реки Меконг. Вдоль набережной очень много таких вот небольших портов, где вы можете сесть на лодочку и переплыть в ближайшее селение. Для туристов здесь также предусмотрен свой аттракцион. Одночасовая, двухчасовая экскурсия по реке Меконгу. Так как мостов через реку нет, то для местных это единственный вариант. Когда-то красивые старые постройки полностью переделаны под хостелы, маленькие кафешки, ресторанчики, отельчики, причем в сплошную. Даже набережную переделали под кафешки с красивым видом на реку. Былую славу тихого уголочка Лаоса Луангпхрабанг на данный момент полностью утратил. Это очень гулкое туристическое место. С многочисленных причальчиков на реке Меконг можно любоваться окружающими достопримечательностями. Это в основном горы и природа. Также можно полюбоваться довольно специфическими узенькими лодочками Лаоса.
на некоторых улицах есть указатели достопримечательностей. По своей чистоте этот городочек намного чище Вентиана, столицы Лаоса. Транспорта здесь превеликое множество. Так что шум гарантирован круглосуточно. А вот такие вот деревья, это мои любимые, мохнатые деревья. Вот так здесь вялят мясо для ресторана. Найти жилье здесь можно разного уровня и на любой кошелек. Для толстосумов здесь предусмотрены супер элитные лодочки. А вот такие вот красивые картины делают здесь местные художники на рисовой бумаге. Правда, цены лично для меня очень даже кусаются. Но картины просто великолепны. А вот это место встречи двух рек, Меконга и реки Кхан. Согласно интернету, это местный парк, но парком назвать эту маленькую территорию что-то трудновато. А это мост через реку Кхан. Скорее всего, его сделали местные, как аттракцион для туристов, так как стоимость его перехода 10 тысяч кип, а это $1.5. А на таких лодочках возят туристов к пещере Тысячи Буд, или, как ее еще здесь называют, Пак-У. А вот и место, приготовленное под огород. Это сейчас река Кхан спокойная и тихая, а в сезон дождей она поднимается до 5 метров.
А это элитный район Луангпрабанга. Здесь самые дорогие гостиницы, кафешки и бары. Ну и чистота, соответственно, другая. На другом берегу реки Кхан разместился небольшой буддийский храм. А вот с помощью вот таких вот бочек местные загрязняют свою же реку Меконг и Кхан. Это нечистоты, их показывать я вам не буду. Их принесли сюда из ближайшего элитного ресторана. Хотите еще рыбки из этих рек? Кстати, вот эта гостиница. Вот остатки празднования Нового года. На противоположном берегу массово выращивают овощи. На противоположном берегу Кхан находится небольшая деревня, где можно увидеть истинную жизнь лаосских жителей. А здесь совершенно случайно я увидел европейцев-художников, которые пытались нарисовать мост через реку Кхан. Вот это еще один мост, за который тоже берут 10 тысяч кип. Он и стал как раз тем мостом, который рисуют художники-европейцы и местные художники Лаоса. А здесь вы можете увидеть монахов, которые счастливо возвращаются с утреннего кормления. Есть здесь такой аттракцион. Утречком монахи приходят на определенную улицу, где им дают подаяние в виде еды. В основном там уже туристы. На территории этого храма вход стоит 10 тысяч кип. А вот чтобы подняться к этому храму, нужно заплатить 20 тысяч кип. А вот какой раритет мне удалось увидеть на улице Луангпрабанга. Его обступили китайцы.
А сейчас я уйду в сторону выезда из Лонгпробанга и покажу вам, что же вы сможете увидеть, если пойдете по направлению за город. Вечерами здесь очень любят собираться местные жители для занятия спортом. Очень много разного рода фудкортов. Чем ближе к выезду из Лонгпробанга, тем беднее становится здание. Замечу, что это самая главная трасса, которая идет через весь город. А за городом резко уменьшается количество транспорта и увеличивается достопримечательности природного характера. Именно здесь ощущается тишина и спокойствие, которое, наверное, раньше было и в самом городе Лонгпробанг. Вот такой он сейчас Лонгпробанг, туристический центр, а не тихий городок.